Есть в этом мире страна, что на картах совсем не видна. И живут в этой славной стране тайны только известные мне. Небольших она размеров, невеликой красоты. Там фантазии нет пределов, и сбываются мечты. Не увидишь ее в телескоп, не заметишь ее в микроскоп. Не вернуться туда никому, кто однажды покинул страну. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Жанна д'Арк, террористка и мятежница, которая своей ересью подталкивала людей к кровопролитию. Война идет уже слишком долго. Гибнут люди. Измученной Франции нужен мир. Необходимо безотлагательно развенчать этого жалкого ублюдка, самозванного короля Франции Карла VII. Объявить перед лицом всего христианского мира, что его коронование было всего лишь маскарадом. Коль скоро на царствование его помазала колдунья, еретичка и авантюристка. У нас уже есть законный король, Генрих VI Ланкастерский. Только объединение двух родственных государств поднимет страну с колен и остановит, наконец, войну. Столярова усадьба. Дом. О, веселый столяр, как я люблю тебя за то, что ты построил этот дом, посадил вокруг яблони. И за то, что нам здесь можно жить. И за то, что снова лето. Хотя лето, разумеется, это не твоя заслуга.
Вернись, лесной олень, по моему хотенью. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. Со мной, лесной олень, по моему хотенью. И мчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Thank you.
Только верить надо, что любовь
Доброе утро, работники культуры!